14 октября на территории стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске стартовал туристический форум «Открытый Дагестан». На площадках для гостей мероприятия развернулись выставки, ярмарки, мастер-классы по изготовлению народных художественных промыслов, фестивали народной культуры, а также развлекательная программа для детей. С приветственным словом выступил глава Каспийска Борис Гонцов. Доброе утро, салам алейкум. От имени всех каспичан хочу поприветствовать на этой площадке гостей республики, всех жителей Дагестана, кто приехал к нам на этот праздник. С хорошим днем, хорошим настроением. Удачи нам в развитии туризма, туристической отрасли. И всего самого хорошего. К обмену опытом. С праздником. Всего хорошего. Спасибо. Организатором форума является Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям региона. Отметим, что целью мероприятия является укрепление межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма, а также презентации и продвижение туристического потенциала Республики Дагестан и регионов-участников. В течение дня на территории Каспийского стадиона будут проводиться ряд совещаний и дискуссионных площадок.